Один, два, три. Мы на канале Самира ТВ. И сегодня мы будем открывать коробку сладостей. Это будет анонс. Мы сейчас откроем, посмотрим, что у нас в этой коробке, а завтра мы будем пробовать. Просто деткам так не терпится. Давайте по одному попробуем. Да что ты, давайте завтра попробуем. Это какая-то посылка. С новой почты. Там, кстати, самые... Вот такие, вот такие вот. Еще. Какие? Какие-то такие конфеты. Вот такие вот. И последние конфеты. Господи! Вот такие вот конфеты. А что это такое? Это просто... Вот. Боже, что это? Вот такие конфеты. Это какой-то спанчбол. Это жидкие конфеты, шипучие. Можно мне съесть одну? Вам прям не терпится, покажи. А Миша, да, она что, так просто валялась? Да. Давай посмотрим, что у нас есть. Ты ее просто взяла с коробки. Да. Да, у нас есть... Можно чуть-чуть попробовать? Подожди, давай посмотрим, что... Хер, по одной вот такой, давайте попробуйте. Миша, я разрешаю попробовать по одной вот такой. Дрожжегазировка. У нас есть дрожжегазировка. Так, кончик. Радуга какая. У нас есть, должно быть, три блока разных лавыз. Вот таких, завтра будем уже смотреть, с каким вкусом. Сегодня можем сказать только, что это будет. Голубая коробка, зеленая, салатовая, яркая. Мама, и желтая. Ну, Дося уже не терпится, поэтому мы должны ее открыть. Вот тут открывай. Видишь, тут надрезано. Да, да. Что за шелест там? Что там происходит? Вот такие вот конфетки там. Такая там вот. Еще и татуировка должна быть внутри. Вот это татуировка. Что это за такая 3D-татуировка? Вот татухи! Вот такие вот. Татухи какой-то у меня кузнечик. У тебя саранча или богомол. Смотрите. Вот такие вот конфетки. Что это? Конфетки какие-то. Кстати, конфеты в виде бутылок. Попробуем. У Миши кока-кола, а у Самиры с зеленой. У Самиры со вкусом спрайта. Да, у меня какой-то кока-кола уже. Спрайт. А у Миши... С кока-кола. Попробуй. Еще самое прикольное, покажи, Самира, ручку. Они в виде маленьких бутылочек. Да, они как маленькие бутылочки. Мы по одному все попробуем. Давай, Самир, ты. А покажи свою наклейку. У Миши... Вот такая вот наклейка. Какая-то саранча. У меня вот кто. Зеленая, ага. Очень плохо видно. О, Самира, кто? Это из-за... Том. Давай сделаем переводку. Как я делаю? Попробуем за татуировки? Да. Я побежал за тряпкой. И попробуем еще по одному. Зачем? Татуировка. Надо... Салфетка мокрая? Угу. Давай посмотрим, что у нас вот тут все-таки. Так, это накладная. Надо открыть сначала. Самира, пока нет. Это мы завтра открываем. У нас есть такие карандаши. У них какие-то дрожжи. Вот. А что ты мне... О. Дрожжи с разукрашками. Карандаш не можно рисовать. И разукрашки. Потом есть вот такие пакетики. Кока-кола, Фанта и Спрайт. Там маленькие бутылочки. Потом еще есть вот такие прикольные дрожжи газировка. Тоже завтра будем пробовать. Это на завтра пробовать. Пробуем жвачки лавыз. Скоро день Святого Валентина. Распечатывай вот это, посмотрим, Мама, что это. Не-не. Завтра. Давайте сегодня это распечатаем. Посмотрим, не будем пробовать. Просто посмотрим. Покажи мне вот эти ленты, что там. Очень много ленты. Покажи мне. Со Спанч Бобом. Такие огромные ленты конфет. Давайте распечатаем, посмотрим, что там, но пробовать не будем. Давай, вот у нас уже такая гора конфет всяких. А чего вы не обращаете внимания вон на эту? Походу, это самое интересное. Что это? Вау! Спрайт.
Фанта. Это жидкие спрей карамели. Это брызгать в рот. Мы хотим сейчас попробовать что-то. Очень сильно. Так, сейчас посмотрим. Если кто-то захочет вот такие вот конфетки, газировки, то нужно заказывать в интернете. Наверное, это будет жестко. Ты моя хорошая. Смотрите, здесь вообще такой прикол. Короче, прямо такие бутылочки. И в них такая будет такая, ну, карамель. Жидкая карамель, да, они прям с дозатором. Ну, это тоже будем пробовать завтра. Все, сегодня мы только покажем вам нашу посылку. И еще, Миша, чуть-чуть еще что-то открывает, не поддается нам. Иди ножницы возьми, знаешь, чтобы ты не помял коробку. Что-то реально вкусное. Самира, это очень вкусное. И там очень со вкусом грязи, рваты. Это очень вкусное. Ты не можешь ебать. Наконец-то приехали конфеты наши. Бинбузл. Подайте. Гадости, сладости, которые мы заказывали, ждали неделю. И они наконец-то. Не прочком написано. Ну дай посмотри, что там написано. Какой со вкусом рваты? Не знала, надо сейчас смотреть. Ничего не видно. Давайте. Да, вот у нас такая огромная куча конфет. Когда мы это съедим? Завтра. Завтра. Все. Да, это будет нам на завтра. Это... Как мы говорили в одной серии, мы пригласим мою подружку Лизу. Пригласим Лизу и будем пробовать и есть нашу гору конфет всяких прикольных. Миша делает зарядку. Ну все, ставьте лайки и ждите наши следующие ставьте, видео. Так что ставьте лайк. Да. И подписывайтесь на канал Самира ТВ. Всем пока. Угу.